пустил тоже тропу, да? Здесь должно быть солнце. Не, нормально, класс. Я видел бороду за тебя. Но это не помешало, да, победить? Ну пускай дышит. Ну что, ребята, еще один бой. И еще одна победа, Влад. Первые соревнования, первый бой и первая победа. Надеюсь, также он и продолжит выступать на соревнованиях. Но пока вот сейчас поговорим, может, с ним немножко. Вставай. Так, фокус навели. Ну, расскажи, как тебе первый бой, первое соревнование? Хорошо. Хорошо, да? Молодец, размотал его, замотал, и что там еще, не знаю, что сказать. Ну, вообще молодец, ты очень понравился твой бой, я думаю, все посмотрят, его оценят. Первое соревнование выступил просто прекрасно. Сложно было, нет? Ну, первые... Правду говори. Первые соревнования были, конечно, было тяжело. Конечно, было тяжело, но потом ты настроился, да? И все получилось. Мы очень рады за тебя. Молодец. Готовься. У тебя, слышал, еще будут бои. Да. Так что все, давай отдышался и готовься дальше. Молодец, Влад, молодец.